Здравствуйте, с вами Мир Кунг-Фу. В наших классах и на наших занятиях вы часто слышите слово кунг-фу, вучи, тайчи, цигун. Как они соединены и что это такое? Конечно, для объяснения данных техник нужно очень много времени. Я объясняю кратко, чтобы было образно понятно, что это единая семья, где вучи – это мама, тайчи, нгами – это все братья, сестры, цигун, найгун – это все единая система. Кунг-фу – это система работы с пятью элементами. Тайчи, вучи – это система работы с инь и ян. Бакуа – это система работы с восьмью силами. Работа с различными системами, которые основываются на определенной философии, заставляющие вас изменяться и становиться лучше, а самое главное – приобрести здоровье – это основная цель занятия данными техниками. Это не только восточная техника, изменяйте об этом тоже свое мнение. Это техники для людей, для того, чтобы мы стали человеком. Я буду рад вас видеть на наших занятиях, на онлайн-трансляциях, в наших залах. До новых встреч! С вами мастер Шао.